В Мирнинском районе не хватает медиков. Каждая третья ставка врача, медсестры, санитарки свободна. Как власти пытаются решить эту проблему, расскажут мои коллеги из Алмазного края. Врач-терапевт Анна Герасимова родом из Удачного. После окончания медицинского вуза несколько лет работает в Мирнинской центральной больнице. Самое сложное было общение с пациентами, потому что каждому нужен свой подход. И все равно, как сказать, очень сложно общаться с ними, особенно очень с тяжелыми пациентами. У них очень много проблем. Надо с ними поговорить, успокоить. Чтобы внимательно выслушать пациента, нужно время, которого нет. В Мирнинской больнице дефицит терапевтов. Один врач на два участка – привычная практика. Очень остро стоит вопрос с медицинским персоналом Мирнинской центральной районной больницы. Всего у них зарегистрировано 70 свободных вакансий. Из них 20 вакансий врачей всевозможных квалификаций, 25 вакансий медицинских сестер и 25 вакансий санитарок. В 2016-м в Мирном на деньги компании «Алроса» и республиканского бюджета для медиков построили 9-этажный дом, общежитие на первом этаже и 70 квартир-студий. Часть из них пока пустуют. Те, что для молодых специалистов, будущих врачей центральной больницы. Мы специально держим эти квартиры, в том числе и руководство Мирнинской центральной районной больницы, под тех врачей, которые подъезжают или которые приедут. Бесплатное жилье есть, а новых врачей пока нет. Выпускники мирнинских школ, которые заканчивают медицинские вузы, тоже не рвутся на работу в родной город. В ближайшее время на работу в Мирнинскую центральную больницу ждут 13 молодых медиков. Пока вакансии в медучреждениях района заполнены только на 65%. Лариса Удовенко, Артур Голиков, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».